Хочу показать, от чего зависит, хорошо ли перекручивает мясо мясорубка. Ну, во-первых, понятно, что от того, заточены ли ножи, но также и заточена ли сетка. Значит, вот сейчас я вам показываю сетку в хорошем состоянии. Значит, пришла на ремонт, вообще не работает. Значит, в чем был вопрос, я уже устранил. Сейчас этого всего не видно. Но вот здесь вот по кругу были такие сильные борозды, что нож просто уже не доставал до дырочек. Борозды вырезались ножом. То есть это, конечно, характеризует сеточку, ее качество, но эти борозды нужно полностью вышлифовать. Каким образом? Точимый круг. Специально только если новый. Абсолютно новый. Тогда у нее плоскость ровная. Ставим. И пошли точить. Если точить много, как вот в этой ситуации, нужно сначала на более крупном точильном круге это сделать. А потом вот это такой более мелкий точильный круг, который выровняет вот до такого идеального состояния. Потом берем нож, тоже ставим и вот так вот затачиваем до тех пор, пока тоже не будет, когда увидите, что по всей поверхности появились полосочки от крова. Это первое, что нужно сделать, абсолютно необходимо, иначе резать не будет. Но есть еще одна причина. Бывает все и так уже сделано, а он не... А все равно не режет. Собираем и проверяем. Ну, в правильной последовательности. Собираем, закручиваем. Здесь я тоже сделал эту манипуляцию. Закручиваем. Смотрите, вот вы закрутили полностью, даже вот так чик поджали, толкаете с той стороны, а сеточка все равно потихонечку отходит. Это значит, что вот эта гайка не дожимает сетку. Что нужно сделать? Откручиваем и спиливаем вот этот борт, как я здесь и сделал. Вот этот борт я спилил. Здесь я даже на 2 мм спилил. Пришлось, был такой сильный зазор, не дожимало. Получается, не дожимает, сетка не придавливается к ножу, соответственно, не режет. В данной ситуации я спилил 2 мм. И теперь, когда я прикручиваю гайку, она упирается в сетку, и все, и зазора этого нет. В данной ситуации очень важно, чтобы не сильно затягивать, тогда, если не сильно вы затягиваете, тогда не прорезаются вот эти борозды. Видите, что плохо режет, не дотягивайте, поточите нож. То есть вот такая правильность, такая последовательность. Ну и уже сейчас, в данный момент, обыкновенная мясорубка, там кватроник даже, которая обычно плохо режет, нормально режет мясо даже со шкурой и жилами.